Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, я рада вас приветствовать. Сегодня я хотела бы вам рассказать о моем заказе с сайта AliExpress. Тем, кто не знает, это китайский сайт, где можно купить по достаточно приемлемым ценам китайские вещи. Иногда они бывают, эти покупки, удачные, иногда неудачные, но цены там почти всегда радуют. Первая моя покупка – это вот такой вот букет пионов. Я его уже показывала в видеоблоге о покупках из FixPrice. Дело в том, что там вазочка из FixPrice. Итак, я сразу хочу сказать, что это мое первое видео, которое я снимаю о покупках сайта AliExpress. Я в каждом видео буду освещать не только товары, но я и буду говорить цены. Этот букет цветов стоил 260 рублей. Когда я задалась целью купить какой-то букетик искусственных цветов домой, я поняла, что не очень дорого стоит. В магазине с декором, вот каких-то мир подарков, там вот что-то такое, один цветочек стоит рублей 40-50. И я нашла такой хорошенький букетик на AliExpress и решила его заказать. Пришло оно очень классно упаковано, на почте смеялись с ней, они подумали, что там какая-то ракетка, прикольно сделано было, вот так вот, прям все в бумаге было. Я очень довольна этой покупкой, теперь радует глаз этот букетик и меня, и моего мужа. Ну, в общем, прикольные пиончики, я оставлю их на столе, чтобы они радовали ваш глаз. Сейчас, секундочку, я чуть-чуть опущу камеру, чтобы было удобно освещать следующие покупки. Так, приступим. Далее, я заказала мужу очень популярную вещь на AliExpress. Это вот такой вот органайзер. Сейчас я вам покажу его вот таким образом. Это органайзер для носочков. Ну, я его использую как для носочков. Здесь 16 отделений. Этот органайзер вот с такой вот накидочкой. Накидочка, кстати, цветом, видите, светлее, чем вот здесь, может быть, вам видно. В общем, этой накидочкой, я сразу говорю, мы не пользуемся. В ящике супруга этот органайзер прям вот так вот лежит. Наконец-то у него порядок с носочками. Я очень очень хотела, чтобы у него там был порядочек. Этот органайзер стоил 170 рублей. Я считаю... Правильно? Да, правильно. Я считаю, что это очень дешево, потому что на самом деле очень полезная вещь. Я ему еще такую же обязательно синенькую куплю для трусиков и себе куплю для носочков. В общем, рекомендую. Тоже пришло классно упаковано. Она очень собирается, очень компактная штука, когда в ней нет носков. Классно смотрится, классный органайзер, супер просто. И цена порадовала, и качество. Далее мы заказали вот в такой вот упаковочке. Пришло 20, по-моему, здесь их было 20, я точно не помню, либо 10, либо 20, короче, я не знаю, не написано, сейчас вам скажу, осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, значит 20, 20 пленочек на экран, на iPhone. И у меня, и у супруга iPhone, и мы столкнулись с очень такой проблемой, что пленки на iPhone стоят очень дорого. Мы научились сами клеить эти пленочки, теперь насмотрелись видео, теперь мы это умеем, и мы купили вот такой вот комплект с 20 пленочками за 120 рублей. 20, представляете? Либо 20, либо 15. Я вот точно не могу сказать, если сейчас осталось 10, то, наверное, 15 здесь было, потому что мы еще подарили пару пленочек. Классная штука, всем рекомендую, но если вы умеете сами клеить, это не так просто, как кажется. Ну, можно приноровиться, но, в общем-то, все равно дешевле купить пленку на AliExpress. Она точно такого же качества. Мы покупали не матовую, мы покупали обычную. Я вот так поставлю. Ну, классные пленки, классно. Я прям очень довольна, особенно ценой. Далее. Мне пришло вот в таком пакете. Вот таком вот, как вы видите. Пупырчиками. Дальше. Сейчас я вам прям покажу, как это выглядело. Вот такой пакет с пупырчиками. Далее. Просто пленочка. И вот та-да-да-дам. То, что пришло. 4 кисти, и каждая в пленочке. Поподробнее о кистях.
Когда я их заказывала, о кистях, извините, я не знаю, как правильно. На картинке не было видно, что они такие массивные. У них очень толстая вот эта ручка, очень толстая. И сама кисть по себе очень, ну, она занимает почти все мое веко. То есть она такая вот прям конкретная кисточка. Я надеюсь, что вам видно вот так вот. Сейчас я все четыре вам покажу. Ну, в общем, я надеюсь, что я к ним как-то приноровлюсь. Это натуральные волокна, натуральный ворс, я не знаю, как правильно они называются. В общем, вот так вот. Четыре такие большие кисточки, толстущие. Вам сейчас для примера покажу мою повседневную, ну, ту кисть, которой я пользуюсь повседневно. Вот сравните. Мало того, что по длине, так вот еще по ширине, она в два раза шире, чем вот это вот. Вот. Эти кисточки стоили 170 рублей. 170 рублей 4 кисти. Я считаю, что очень хорошая цена. Но это больше разочарование, если честно, потому что я надеялась, что они намного меньше. Я не уверена, что я научусь ими пользоваться. Я даже не знаю, как их. Может быть, вы подскажете, как ими пользоваться, для чего. Я вообще не представляю. Просто огромнейшие кисти. Так, далее. Следующая покупочка. Это покупка одежда. Значит, сразу покажу. Пришла покупочка вот в таком вот пакетике, очень тонком, очень-очень грязном каком-то. Я специально хранила его для того, чтобы показать вам на видео. Пакет не очень. И просто в обычном таком пакетике, шелустящем. А это было платье. Я вам сейчас продемонстрирую его просто, а потом вставлю в видео, как я в нем. В конце видео будет отрывочек, как мне в нем. Вот так вот оно выглядит. Чик. И сзади вот такой вот вырез. Вот так вот это все выглядит. Орнамент. Когда я его выбирала, было написано, что это Zara. Ну, аналог Zara. Здесь написано вот такая вот фирма. Видно? Сейчас попробуем словить фокусик. У меня сегодня что-то вообще все плохо с фокусиком. Вот, словился. Я брала, я не знаю, десятка какая-то. Я, в общем, не помню. Я помню, что я измеряла себя везде. В общем, что я хочу сказать. Я в целом довольна этим платьем. И тем, как оно пошито. Никаких у меня конкретных каких-то замечаний к этому платью нет. Но вот я, когда на видео вам буду показывать, как мне в нем, все круто. И длина, и вообще мне мало оно вот здесь в плечах. Вернее, оно не мало, оно просто как-то стягивается. Я вот на этом сакцентирую внимание на видео, чтобы вы, ну, посмотрели, оценили, заценили, я не знаю, как это называется. Это платье стоило, вот только сейчас не смейтесь, 320 рублей. То есть вообще ткань там такой легкий трикотажик, наверное. Ну, то есть не шифон, ничего, плотненькая такая ткань. Мне оно очень нравится. Я, наверное, пойду в мастерскую, может быть, они мне там чем-то помогут. Ну, в общем, платьем я довольна и качествами всем, если бы только... Причем это абсолютно моя вина, я считаю, что... Ну, просто я как бы... Надо было брать больше размер. Вот так вот. И последняя покупка. Вернее, не покупка, сейчас я вам расскажу. Дело в том, что мы месяца два или три назад нас попросила знакомая купить своему сыну чехол на iPhone. Мы, естественно, купили этот чехол на iPhone. Он пришел не такой, как мы заказывали. Должен был прийти чехол, на котором на заднике должен был нарисован быть персонаж из мультика, который ест яблочко. Ну, то есть яблочко он не ест, он должен был просто что-то есть, а когда ты одеваешь, что там сзади яблочко, и он типа ест это яблочко. Я очень много говорю. Ну, в общем, они присылают не тот чехол. Мы им это пишем, ставим маленькие оценки.
И они, представляете, вот в такой вот штучке нам прислали бесплатно тот чехол, который мы заказывали. Вот этот мультяшник, который, когда ты одеваешь чехол на телефон, будет как бы есть яблоко. Они нам бесплатно его прислали. И плюс к этому еще положили в пакетик пленочку. В общем, спасибо вам большое, если вы, мало ли, посмотрите YouTube, мой канал. Мы очень довольны, спасибо вам большое, что вы... Мы обязательно исправим оценки, и я надеюсь, что это случилось просто, ну, нечаянно у них. Но ребенок расстроился, правда, мы как бы... Я уверена, что ребенок сейчас уже обрадуется, потому что они прислали. В принципе, это все мои покупки. Заказом я довольна, будем заказывать еще. Спасибо большое за просмотр, всем счастливо, до свидания. И сейчас последует видео, где я буду в платье.